Добрый день. Ну что, мы на речке. И начинаются по новой эксперименты. Вот эта каша, ту, что я варил дома. Половину отдал товарищу. Он будет сам распоряжаться. А я буду экспериментировать. Значит, в эту кашу просто горох. Так, а в это я насыплю пыль макушатную, черную. И добавлю туда кукурузу. Значит, сделал разделение. На вот эти две удочки брошу такую кашу, а дальше брошу другую кашку. И посмотрю, какая из них лучше будет работать. И поводки сделал. Здесь длинные, а на этих двух короткие. Тоже буду смотреть, какой поводок лучше будет. Вот так вот. И буду смотреть, что из этого получится. А вот это у нас будет убийца карася. Так. Буду пробовать на грановое. На прошлой рыбалке клевал на граново. Попробуем на это то же самое. До граново. Попробую. Ага. Так, я легко попробовать кукурузку. Thank you.
гороховая настырка. Посмотрим, что у нас получится. Чуть попозже попробую червяком, но червяк, наверное, днем не покатит. Рак, по идее, должен жрать его. А как же ты его сразу даже не чувствовал? А он просто по копеечке пошел. Саша, он, по-моему, завел за ту удочку. Куда-то вообще непонятно. А, нет. Нет, 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 нормально все. Давай. Ух ты! Какой сильный. Нет, я не дергал вошаком. Шустрый! Дальний запрос. Все-таки дальний? Да. Ну вот так вот. А мы дальнего отказались. Ну как отказались? Я вот вижу. Что-то непонятное дергает. Думаю, что же оно такое непонятное дергается, слышишь? Бычок! Да! Ну, на червя. А клевал так аккуратненько, осторожненько. И карпа здесь крупнее. Ой. Вот туда вот кидаешь вот в эту яму. Да? Там то ли яма, то ли хуя. А смотри, как он. Смотри, как он зацепился. Интересно зацепился он. Не классический. Не за губу, он как-то смотрит боком его. Ну да, знаешь. Да. Хорош карпик, бля. За 2 килограмма точно, да. Вот и у нас почин есть. Дело в том, что, посмотри, этот участок клюв мы не ожидали нифига. Перед бурей. Да, поклевку снять не удалось, но карп знатный. Нижний крючок. А нет, поводок. Поводок длинный. Я думал, короткий поводок. А каша была. Ой, вот это была каша. Без мукушатной пыли.
Что такое? Не-не-не, вот он. Сделал. Не, я не видел, я видел, только ты бежишь. Ой, я развернул удочку. А ударил сильно. О, видишь? Я говорю, вот закон подлости. Нитка идет только поверху, да? На, в нее попасть. Бросай, я сейчас я цеплю. Иди убирай его так. Доброе утро. Ну что, ночью клевал подлещик, карась, довольно-таки крупный, упитанный. Было два схода карпа, одного напарник взял. Все, закормили, будем ждать. Не, ну странно, такая была поклевка классная и разломала крючок, но... Ну так было, да, о чем-то говорит. Это говорит о том, что крючок плохой. Я тебе и говорю об этом, некачественный крючок. Ладно. Ну, поэтому и соскочил. Конечно, ну поклевка была, конечно, да, карповая. Ну да. Вадим, поставь видео, хороший крючок. Я, наверное, так и сделаю. Не, ну голден кетч у меня ни разу не разъебался. Нет, у меня в том году разъебался. Я почему переначал искать другие крючки? Потому что в том году у меня, блядь, два раза разъебало голден кетч. Ну, да, я даже сначала не понял, я соскочил, а Валерка заметил, говорит, о, говорит, смотрите, блядь, а крючок вот так вот, блядь, разогнуло его. Это тоже разогнутый. Это разогнутый, но его же видно, что он разогнутый. Вот поэтому он начал делать. Не должен быть. По такой покрывке не должен быть. Нет, конечно. Саш, вот он этот крючок. Это разогнуло? Я вроде бы острый посмотрел, смотри, и этот, и не сильно толстый, и... Ну, смотри. Острый, хорошо на это. А это когда новый? Ну, только он же новый, я его же только его поставил, его разогнуло, видишь? А на вид красивый. Да, на вид красивый, а на самом деле говно. А ну доставай свой. А ну ложи рядышком. Ну ложи, ложи. Ну у кого? Одинаково чего-то. Практически одинаково. Если так вот брать по весу. По весу одинаково. Опять крючки. Только ушел от этой темы, а не опять крючки. Толщина проволоки нормальная, а? Сам крючок ерунда. Ну что, все. Будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. Карпик красивый. Жалко, конечно, что один, но ничего. Красавчик.